13 сентября в стенах Омского государственного технического университета прошла IT-конференция для студентов и школьников города Омска. Организаторами проведения конференции стала Ассоциация разработчиков программного обеспечения, объединяющая несколько IT-компаний города, созданная, чтобы помочь IT-сообществу, школьникам и студентам развиваться, повышать квалификацию в области IT-технологий. Работа конференции прошла по двум секциям – IT-секция и дизайн-секция. Докладчиками на секциях выступили руководители компании, разработчики программ, студенты старших курсов, дизайнеры. В ходе конференции ее участники могли задать вопросы по темам докладов, поучаствовать в конкурсах, пообщаться у стендов компании с ее представителями, а в заключении работы на конференции получить призы и общее фото на память.